это то, что она существует для того, чтобы грабить этих людей. Самые несчастные, эти рано, эти пенсионеры, они уже служили эти деньги. А ты что, один вернулся? Перевозчик из города сюда по 50 тысяч рублей зашел, говорит. Вы знаете, что деньги не берутся ниоткуда. Они взяты оттуда, они тратили военные ветераны. Кого-то не вылечили, кого-то не научили, кому-то не купили 25 кресла, кому-то не дали лекарства для того, чтобы построить дворец, для того, чтобы теща Путина купить квартиры, для того, чтобы обеспечивать вот это все, чтобы мы видели, было 4 дворца, и каждому нужно дать, чтобы дать нужно кого-то отнять. Я не отнимаю, но для того, чтобы защитить свои возможности воровства, они используют тех, кого обокрали. Вот это и есть самое отвратительное. Они каждый божий день, каждый божий день обкрадываете этого ветерана, а потом его же вытаскиваете, трясете им. Ты говоришь, ну не будем власти сюда, потому что мы его защищаем. И это просто реально чудовище, воздействие права. Тот чучубрик, который писал для меня заявление, он сказал мне лучшую фразу за весь процесс. Он говорит, ну я смотрю этот ролик, ну там человек пожилой, я вижу, что он бедный, он начал пенсионировать и рано. А что же он делает-то? А почему в нашей стране это абсолютная ассоциация полового? Ну, ветеран, ну, значит, бедный. Ветеран войны, значит, очень старый, скорее всего, не нищий. И, конечно, человек видит сразу же. Ну, просто картинки совпадали. Бедный, это значит ветеран. И почему же, я не понимаю. Если это участник войны, и мы здесь нанимались все, и рассказывали, а вы любите, как вы защищаете, почему он прямо просто сразу с первого взгляда, что он первый? Почему, если мы возьмем все страны антигитлеровской коалиции, одна страна антигитлеровской коалиции, давайте возьмем тех, кто проиграл войну, Италия, Япония, Германия, значит, в России самая маленькая пенсия, самая маленькая, и вы не хотите повышать. Я писал, как это будет врачом, повысить эту пенсию, писал это немецкое будущее. Мне нельзя повысить, потому что не хватит на границ. Потому что деньги не берутся ниоткуда. Но мы давно, чтобы Ежики, мы на южном берегу Франции, мы испугали эти классные дома единороссов. Нужно обокрасть кого-то. И, конечно, лучше всего, удобнее всего обокрасть ветераны и пенсионеры. Наша власть, давайте отметим эту Единую Россию, мы на вас, на всех. Она превратилась в такую, знаете, огромную свинью, которая из корыта, наполненного там деньгами, нефтедолларами, хлебает, засунула туда свою голову. А когда они стучат по выбору, говорят, алло, да вы же не для всех. А вы голову взрываете, говорите, что не позволим оскорблять ветеранов и обратно будут. И все говорят, ну, может, хватит красть. А мы с ним звонили на эту власть, говорите, что не позволим и не знали о Святой Второй мировой войны. Да я понял, вы, ваш Путин, ваш Единая Россия, имеете вообще отношение к этой войне. Просто послушайте, там два новые единицы, понимаете, из окопов мы вылезали. Вы используете, потому что вам не хочется говорить по-настоящему. Вы используете, потому что очень неловко обсуждать любую текущую проблему. Потому что с вами же хотят обычно говорить про коррупцию, про бедность, про меру на праве, про разнос здравоохранения, а сказать об этом не нечего. И когда конкретные люди, типа меня, начинают задавать слишком острые вопросы, сразу возникает, какой дворец, какой там дворец, какой земля, какой кусок, давайте поговорим о том, что с вами ветераны. Но он для этого будет процесс.
потому что не хочется говорить о чем-то другом. Вот здесь был один из самых, конечно, ярких моментов процесса, когда Турбурро считала полицию сфабрикованным показанием. Ну, все было понятно, 10 страниц показаний, они же спорили сначала, собрались и сказали, ну, нужны какие-то показания, которые вышли с этим. Девушка ставит, тут же начнут говорить ему, ура, давай, черт с ним, возьмем его, ставим ему, подпишем за него, посменяем же еще газету, сказали, ну, ладно, что тебя ставим, все равно. А потом она читала, сделала паузу, значит, изображала, что паузу изображала. А я вот хочу напомнить, например, о недавнем таком важном эпизоде жизни нашей страны, о котором я упоминал хоть этот процесс, но никогда не поздно было сделать еще раз. Когда в Краснодарском крае там непосредственно Виктор Ильичев, бывший генпрокурор начальник, который до сих пор работает в прокуратуре, его дружение, которое до сих пор работает в руках области прокуратуры, действовал Павел Цапка, которая терроризировала там целую страницу, насиловала школьниц, убивала людей, а поймали их только после того, потому что их шуршала прокуратура и суды, только после того, как они вырезали целую семью на Европе. Убили там взрослых и детей, сложили их во дворе, подожгли, чтобы официально материалы дела. А нарушенного ребенка, живого, бросили в этот костюм. Понимаете, и про этот эпизод, это все случилось, потому что за ним стояла прокуратура, за ним стояла суд, за ним стояла Единая Россия, член партии Единая Россия, все это. И этот эпизод, понимаете, не хотите зачитывать. И голос у нас совершенно не дрожит, хотя бы самые настоящие фашистские преступления. Голос у вас не дрожит, а наоборот, очень больным голосом говорите, а вы последний вкус. И вы готовы обслуживать вот этого огромного хряка, который засунул свою морду. В общем, вы все дуры, потому что надеетесь, что вам не дадут какие-то крошки. Я включаю телевизор и вижу репортаж. Стыдный репортаж. Это же прямо показывает тот эпизод, когда, значит, ветеран узнал о том, что его оскорбил Навальный. И ему стало плохо. И так случилось удивительно. Что в этот момент, конечно, дома ветерана была следующая группа, они снимали эту камеру, и уже начали, и мы просто сижут в телевизор. Он лежит в кустах на земле. И он их снимает. И я там вернул устали, и в глазах его счастье. И он доволен, и ему там есть написано, боже мой, я наконец-то монетизировал тело. Получилось. Он снова оказался полезен нашей семье. Все счастливые. Как это снимают? За кадром, наверное, свои журналисты смотрят. Вы давайте, группа, свяжи. А этот 97-й человек лежит в трусах на одеяле. И у него на лице написано, что вообще происходит? Почему они это все делают? Они так не делают. Ну, нормально. Нормально, так вроде не получится. Вы все в этих процессах, цель которого вам мягко слышали. Вы понимаете, ну если вы оскорбили вот эти все ветераны, если из вас вообще просто хуже, чем все дело не дает, вы реально унижали настрой, пусть вызванный человек на кухню, который встанет на кухню, когда он только хочет выступать, кто не хочет выступать, когда вы просто открыто подписываетесь за него. Но до сих пор ваше представление вообще не человек. Ну, вроде живой человек, дееспособный, но как же можно взять человека в цель, не сойдет, если я буду не просто раз и прочее. Потому что для вас вообще не человек. Для вас и для вашей власти это просто механизм, кукла, которую вы хотите использовать для себя. Я начал с этого, с этого выступления. Продолжу, скажу, да, я безусловно считаю, что за это, за все, вы будете говорить потом.
Но я надеюсь, что вы будете более молодыми, не только молодыми, скорее всего, еще и ответить на нормальную человеческую судьбу, которую вы сделали. Я понимаю, что вы устроили, да? Только что был один суд, вступил в свою очередь, сейчас он вырос, просто для того, чтобы вечером сказать, что они тут судьбы последнюю, просто снова, я же что вы хотели на пустоту, а сейчас у меня еще раз возьмешь от исполнения больше, с таким нормальным судьи, не потому что, значит, скрывался без конца, а потому что скрывал вечером. И, ну, вот вы видите дальше, если то, что называется, по ушам, просто через замысел, все устроено, и ваш замысел понятен, вы, безусловно, какое-то количество вашей телепублики вы обманете, ну, я не уверен, не знаю просто, чтобы получить ваш план из страны, а новые количество людей, которые будут занимать. Ну, а уже будет, когда все происходит. Мне даже противно и тоже, как и было. Потому что они, в отличие от вас, считают ветераны, пенсионеры, ну, людьми, нормальными людьми, под которыми нельзя издеваться, которых сначала нельзя притаскивать участие вашей каких роли. Потом за них нельзя подписываться, подделывать заявление. Нельзя их куда-то снимать в бесконечном состоянии. И то, что вы забыли, на руле вас не получится. И так или иначе, правда возьмет свое. И каждый ответит по заслугу. Спасибо.